Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами лимонный чизкейк. Рецепт, который вы увидите, не является классическим рецептом. Это так называемый а-ля чизкейк. Готовится такой чизкейк из творога и печенья. Но тем не менее, этот лимонный торт заслуживает вашего внимания. Любое песочное печенье измельчим до состояния крошки. Добавим к нему размягченное сливочное масло и хорошенько перемешаем. Полученную смесь выложим в разъемную форму и сформируем дно и стенки нашего будущего торта при помощи ложки. Отправим выпекаться на 10 минут. Тем временем из половины лимона выжмем сок. Снимем цедру на мелкой терке. К творогу добавим сахар и взобьем блендером до однородной воздушной массы. Добавим яйца, лимонную цедру, соль, ванилин, лимонный сок. Аккуратно все перемешаем венчиком. Добавим сливки и еще раз хорошенько перемешаем. Выкладываем творожную смесь на пропекшуюся подложку. Аккуратно разравниваем и отправляем в духовку выпекаться до готовности. Даем чизкейку остыть и нарезаем на порционные кусочки. Подаем к столу. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.